Там занято. Да у меня вот всего лишь. А, с этим вставайте. Как раз на контрасте у меня все купят. Ну, это, знаете, современное искусство. А что, не раскрасил? Добро пожаловать на нашу аллею художников. Проходите, пожалуйста. Мое почтение. Это что? Это корабль. Как называется? Корабль. Картина называется «Корабль» или корабль называется «Корабль»? Вывести меня хочется. И корабль называется «Корабль», и картина называется «Корабль». Я ее полгода рисовал. Всю картину или только корабль? Вот к нему идите. Оригинально. У вас что? Произведение называется «Экзистенция». Ровный круг символизирует замкнутость в себе, неровный квадрат – нашу угловатость. Нужно просто начать жизнь с чистого листа. Долго работали? Ну, не буду скрывать, у меня ушло 7 лет. Да вы что? Сколько стоит? 1000 рублей. Прошу. Угу. Я беру. Спасибо. «Экзистенция». Шикарная вещь. 1000 за 7 лет. Ты это заслужил. Ага, спасибо. Сейчас еще заслужу. Опа. Раз, годик. Что, еще одну рисуешь, что ли? Там тебе повезло просто. Вот у меня, смотри, настоящее искусство. Все прорисовано, все понятно. И корабль четко виден. И даже чайки. Даже в трюме глаза видны. Здесь полоска точек вот. Это... Кильки? Икринки-кильки. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Вот корабль. Ой, как красиво. Корабль. Мы давно хотели что-то морское. Угу. А у вас что? Да у него экзистенция. Ну, сразу видно, человек не разбирается в искусстве. Работа называется «Шторм». Значит, вот это вот корабль нашей судьбы, который несет нас в водоворот страстей. А это что за черта? Это икринки-кильки. Это превосходно. Давайте, мы берем. Угу, чудесно. Аккуратнее, работа свежая. Спасибо. Ты что, совсем офигел, что ли? Мои идеи используешь? И продаешь картины свои дурацкие. Ты же рисовать не умеешь. Всякую фигню втюхиваешь. Я 5 лет сетевым маркетингом занимался. Я и не такую фигню людям втюхивал. И вообще, как говорил мой учитель, неважно, есть у тебя талант или нет, главное уметь продавать. Кто твой учитель? Ольга Бузова. Пожалуйста. Картина «Штормовая эссенция». Экзистенция. Экзистенция. Сразу видно, человек не понимает ничего в искусстве. Вот этот корабль, он символизирует человечество. А вот эти волны символизируют пучину. Пучину, куда человечество вкатит. А облака что? А облака символизируют облака. А у вас что? Круг и квадрат. Простизм. Современное искусство. А сколько ваше стоит? Всего 4000. А ваше? 5000. Ну, искусство должно быть дорогим. Тем более мы на подарок же, как бы. Подарок Владимиру Петровичу. Он-то в искусстве разбирается, он сразу поймет, что это на 1000 дешевле. Сколько ваше возьмите, пожалуйста. Спасибо вам. Нормально, да, понимаю? Ну так нормально. Что происходит? Пошел отсюда! Так, корабль, это понятно. Ты даешь чистый лист. Как называется? Без названия. Чистый лист без названия? Нет, название такое, без названия. Символизирует пустоту.
прям как у меня на душе. Я возьму. Угу. Очень точное попадание в меня. Спасибо. Вам спасибо. Что такое вообще? Это моя... моя корова. И я ее даю, понял? На. Здравствуйте. Что у вас есть? О, какой красивый корабль. А у вас что? А вот, что собственно, инсталляция. Шлем погибшего рыцаря. Очень популярна в Европе. В Европе? Ксюха с Юлькой обзавидуются. Я возьму. Угу. Пожалуйста. Спасибо. Ксюхе с Юлькой привет. Ну, спасибо, коллега, за компанию. Я пошел. Никуда ты не пойдешь. Пока мою картину не продашь, понял? Никуда не пойдешь. Деньги пополам? Пополам. Здрасте. А что, одна картина всего осталась? Ну, все равно это лучше, чем с пустыми руками идти на юбилей. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Аккуратней. Дмитрий Галимжанович разбирается в искусстве. Аккуратно. Спасибо. Ну, половина вам. И вы мне еще за курсы должны. За какие курсы? Я же учил вас рисовать, продавать. Простите. Что это такое сегодня? Это что такое?